Надо же. Вот это интересно. Кто-то пришел. Эй, с возвращением. Черт. Привет, Дик. Как дела? Дикон, рад видеть. Привет, Джо. Эй, Дик. Дикон, дружище. Дик, как? Эймон.
байкам своим пришел, да? Что нужно? Ты же Дикон, да? Топливо у меня найдется. Пожалуйста. Ну ладно. Это Дикон. Пустите его. Привет. Как Кто еще, зараза, хоть два? Что ты теперь скажешь, а? Так держать, мы побеждаем! Притих, да? Остановился, убить! Yeah.
Олень на дороге. Ну, теперь-то не грозит попасть под машину. Надо поискать бензин. То, что надо. Порядок. Ну, наконец-то. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Люди! Давай! Да надо, да? А как вот такое? Ну, сколько вас тут еще? Освободите! Вижу тебя. Свободны! Свободны! Thank you.
это я заберу. Это последний. Все, больше вы уже никого не подкараулите. А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Это что, карта? Пометки? А, хорошо. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Передохну чуток.
А инъектор? Крутые у Нера штуки. Мне часто сложно сосредоточиться. Я и не знал. Порядок. И вот сегодня я узнал. Это интересно.
Вот так. Готово. Интересно. Я и не знал. И вот сегодня я узнал.
Найду тебе применение. Как тебе? Надо же. Охренеть. Ладно, посмотрим, что тут.
поправимо. Нормально. Кто-то подходит к воротам. Привет, Дик. Как думаешь, фрики что-нибудь помнят? О прошлой жизни? Слыхала я об одной секте. Навали, да? Бьют. Их лидер. Я работала в обществе защиты животных. И вольер для собак за пределами сестрицы. Собак было около сотни, в основном уличные. У кого были хозяева, всех иногда навещали. Я был в классе, когда... Ты понимаешь. Я работал в колледже Чемулта. Учил английскому домохозяйству. Веришь ли, я был копом в Фервале. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо, мы обучены, у нас снаряжение, все такое. Но все полетело к чертям. Как бухарь говорит, койка зовет. Можно снова в бой. Мне кажется, это было нужно, что ли? Чтобы дожить до этого дня, согласись?
Само собой. Ну вот, порядок. Все, Патруль мародеров!